Всем привет! Это у меня красное лицо от жара. Я же, как говорится, делаю мангал. Вот. Поэтому меня долго не было. Сейчас я сейчас появлюсь, и рейтинг пойдет по каналу сразу вверх. Потому что как только я записываю, сразу подпрыгивает. Ну что, я вас порадую. Хорошей, как говорится, не новинкой, но я, по-моему, не читал ее еще. А если читал, прочитаю еще один раз. Сидней Джордж Рейли. Для тех, кто не знает, для вас будет очень полезно. Это урок истории. История Одессы. И не только. Сидней Джордж Рейли. Король шпионажа. Прообраз Джеймс Бонда и Овода даже. Легендарный британский разведчик. Импозантный, эффектный на вид. Черчилля друг и советчик, а по сути еврей-одессит. Удача во всем и сноровка, острый пытливый ум, отличная подготовка. Это Земер Розенблюм. Дом на греческой сохранился. И жильцы там не знают даже, что здесь когда-то родился Зема, король шпионажа. Обнимаю всех. Люблю. Пишите комментарии. Когда мне пишут негативные, Тоже в рейтинг очень сильно просмотр, все идет вверх. Так что пишите, неважно что. Обнимаю.